Доброе утро, друзья! С праздником всех! 23 февраля 1922 год. И настоящие пацаны, вместо того, чтобы где-то по вечерам в барах и спать там до упора, они пришли сегодня в зал «Балахит», чтобы сразиться друг с другом по флорболу в меткости, умении командной игры. Сегодня будет 6 команд. И это большой турнир, и он обещает быть интересным. Так что оставайтесь с нами. Евгений, да. Сегодня чемпионат, и все из 23 числа. И какую-то команду представляешь, расскажи. Ну, у нас название «Ювенто», но это сборная такая команда скалолазов, работников станции. Скажем, универсалов всех видов спорта. Федор Михайлович будет доволен. Ну, будем надеяться. Ну, успехов вам. По результатам. Расскажи, что за турнир сейчас будет? Сегодня 23 февраля, турнир по флорболу, посвященный Дню защитнику Отечества. Каждый год мы собираем здесь ребят, команды новые-новые. В прошлом году у нас было, по-моему, 4 команды. В этом году набралось 6 команд. Как вы видите, очень много людей, заинтересованных этой игрой. Надеюсь, что мы это все популяризируем, и все больше и больше, так сказать, спортсменов будут играть и с нами выступать на этом турнире. Шансы кто сегодня победит? Какая команда? Ну, сегодня очень много команд, которые могут выиграть такие. Коля, привет, с праздником тебя. Слышь, у вас сегодня это, какая команда? Чего такая желтая форма красивая? Команда водников. Представляем Лаисовский водный клуб. Наш Ставропольский? Да. Ой, интересно как. Ну, какие шансы у вашей команды сегодня? Вы же водники, как вы можете в флорбол играть? Попробуем. Успехов вам. Спасибо. Так же, как любые толчки с ходу, с места, только разрешена обоюдная борьба плечо в плечо. Небольшое представление. Не вот так вот, а два. Если мяч уходит за пределы, о, привет, с праздником тебя. Взаимно. Расскажи, в какой команде ты играешь? Я играю за команду «Водные виды спорта». О, Лайонский. Да, это не первый раз. Я такой приглашенный игрок. Ну, ты же сильный игрок-то. Ну, ты так. Ты же с опытом. Ну, чуть-чуть, да. Успехов. Удалили кости, недовольны. Марат, блядь, ну пиздец, блядь. Ну так чё, блядь? Да какой подкинул, я ему назад его готов, блядь. Это ты в Москве будешь там. Пиздец, блядь, приходи быстрее, подпинь. Хорошо, с праздником тебя. Спасибо. Наверное, самый лучший подарок, вот такой турнир, наверное, да? 23 февраля. Да, у нас уже традиция. В прошлом году играли турнир. И сейчас проводим все, ну, свои... все ребята, которые занимаются, в общем-то, мы между собой проводим турнир. С каждым годом увеличим. В прошлом году играло 4 команды, в этом году уже 6. Прогресс, и очень радует. То есть уже Сосновобор стал флорбольной столицей Ленинградской области? Ну, стремимся к этому. Стремимся. А вот как еще объясни, смотри, ребята, же. Ты себя в бомбардировании чувствуешь вообще? Колени болят. Колени? Колени болят. И жарко. Тренировки, как сейчас принято говорить, да? А сколько команд, сколько участников, что дает, почему 23-го традиционно уже собираетесь здесь? Ну да, мы в нашей группе играет сейчас около 100 человек. Поэтому, ребята, это уже традиция становится 23-го числа. В прошлом году играли между собой турнир. В честь 23 февраля. А! Это за финал. И
игра закончилась, счет 1-1, и нам нужно пробить пенальти, потому что вы победители. Эта команда приходит в полуфинал. Сейчас мы можем наблюдать. Мы как НХЛовцы не отдадим его. Лучшим игроком нашего кубкового турнира призом Союза Константинов. Спасибо. Не ожидал. Я думал, Женьку. Спасибо.